Несмотря на дожди, которые недавно прошли, в регионе продолжают гореть леса на площади 76 тысяч гектар. Всего зафиксировано 11 активных пожаров на территории Тинькинского, Ягодинского и Среднеканского городских округов. На данный момент ликвидировали несколько пожаров. В Ягодинском городском округе в районе реки Джилгала, в Среднеканском городском округе недалеко от Верхней Буюнды удалось остановить распространение огня. Однако местность в районе пожара торфянистая, поэтому сотрудники пожарной службы остаются осматривать пройденные пожаром площадь, чтобы в случае необходимости моментально предотвратить возобновление распространения огня. Также в Тинькинском городском округе удалось локализовать лесной пожар в районе поселка Амчак. И сейчас ведется активная работа по тушению пожара возле поселка Транспортный. Кроме этого, сегодня утром сотрудники авиалесоохраны потушили пожар возле Колымского водохранилища. Но тем не менее, на трудодоступной территории продолжают действовать 6 лесных пожаров.